ранее в Pokemon Go. Покемоны и покестопы находятся в общественных местах. Кстати, в Америке люди вообще с ума сходят. Всем привет, с вами Марисен, и сегодня я опять снимаю для вас Pokemon Go, потому что прошлое видео набрало много пальцев вверх, а я сдерживаю свои обещания. Чтобы вам было интересно, я не буду ездить на велосипеде, я буду ходить пешком. И сегодня мы будем искать не только земных покемонов, но и водяных, поэтому мы с вами пойдем к озеру, так как в разной местности есть разные покемоны. И сегодня я пришла в другой парк и нашла специально программу для того, чтобы вам показывать экран. Экран будет вот тут. Если вы знаете какие-то фишки и секреты по этой игре, обязательно пишите в комментарии. Так что пойдемте. В тот раз я вам пообещала, что в следующем видео я дойду до 5 уровня, чтобы показать вам тренировочный зал. Так как я все вместе с вами это открываю, пишите, подсказывайте, если я что-то где-то не так сделала. Все, что я сейчас делаю, я делаю вместе с вами. Мы идем к озеру. Вот я захожу в покемоны. У меня, видите, два пиджа. У одного получается жизни 56, а у другого 10. Если вам выпадают одинаковые покемоны, то можно одного продать. Как вы видите, сейчас я продам, у кого меньше жизни, нужно нажать на трансфер, и он отправляется к профессору. И за это мне, вот видите, дали одну конфетку. А конфетки нужны для того, чтобы прокачивать покемонов. Сейчас вместе с вами я его прокачиваю. Power up. Yes. Теперь у него жизни 65. Так что, если вы не знали, то я рада вам помочь. Если вы еще знаете какие-то фишки, обязательно пишите, я расскажу, может быть, в следующем видео, если вы поставите лайк. Как вы видите, тут покестоп фиолетовый, я не знаю, что это, так что давайте быстрее побежали. Мне нужно ее поймать. Все, я ее поймала. Теперь она моя. Новый покемон регистрируется в Покедексе. Ура! Я заработала медаль 30 покемонов. Уже скоро мне будет 5 уровень. Очень многие пишут, это какая-то плохая игра. Люди сходят с ума. Это круто, когда люди сидят дома, но они выходят на улицу и начинают хоть что-то делать. Поверьте, очень многие люди, которые играют в эту игру, сидели дома и играли там в компьютер. Так у них есть повод прогуляться и найти покемонов. Почему бы нет? Нормальному человеку вред это точно не принесет. Еще спрашивали, почему у меня два телефона. Два телефона, потому что я записываю звук, чтобы вы меня хорошо слышали. Сейчас я хочу вам рассказать о том, что можно делать с яйцом. Как вы видите, у меня есть один инкубатор. Он стандартный и работает бесконечно. Я уже прошла 400 метров, но мне нужно пройти 2 километра, и тогда у меня вылупится покемон. Если вы хотите взять машину и поймать всех покемонов, только если вы будете ехать 10 километров в час. Если скорость больше 10 километров, ничего не будет учитываться. По московским пробкам, в принципе, можно. Обязательно, если вы уходите надолго играть покемонов, а вы уйдете надолго, берите с собой портативную зарядку. О, у меня новый уровень, 5-й. Ура! И мы можем пойти в тренировочный зал. Очень необычный знак, его, наверное, повесили, потому что игра скоро будет, это очень популярно, и реально все будут так ходить, но вы так не ходите. Мы дошли до тренировочного зала. Для начала нам нужно, конечно же, поймать покемона. Вот так вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Если вы знаете, для чего нужно закручивать, обязательно говорите, но я его что-то не споймала, надо еще раз. Ну, давай, давай, ну. Да, ура, он мой, а не ваш. Кто тут еще играет? Кстати, сегодня, когда я шла в этот парк, я видела, что девочка тоже играет в эту игру. Это так мило. Так, тут есть разные команды. Наверное, я выберу коричневую. Как я поняла, этот зал был захвачен парнем, у которого 15 уровень, и он оставил очень сильного покемона. Я вряд ли его, мне кажется, выиграю, потому что у меня всего лишь 5-й. Начинаем бой. Боже, какой он большой. Бедная моя девочка. Или мальчик кто-то. Ну да, конечно, у него... Я сразу умерла. Его может толкнуть только тот, у кого больше уровень. И мы идем к озеру, чтобы искать новых покемонов, сильных, их прокачивать, и чтобы они побеждали вот таких, кто сидит на этой горе. Не жалко, он сразу его убил. Смотрите, эта игра заводит нас даже вот в такие места. Недавно была в Москве сильная гроза, и видите, тут все прям упало. Чтобы дойти вон до того озера, нам нужно проходить через такие вот странные места. Кстати, видела, что в Америке люди залазят в какие-то подвалы, но вы так не делаете. Я уже вместе с вами прошла 2 километра, и вот у меня вылупился первый покемон. Круто. Он какой-то каменный, вау. Я его помню еще из мультика. Все идут вперед!
Я очень рада, что я его вырастила. Мы опять добавляем яичко в инкубатор. Все, теперь проходим еще 2 километра, и у нас будет опять новый покемон. Побежали! Тут уже темно, как видите. Но мы дойдем до озера, я же вам пообещала. Наконец-то я дошла до озера. Вот покемон. Пока что я не вижу тут ничего, кроме собачки. Иди сюда, какой-то водяной, ну пожалуйста, ради меня. Ну ради меня, приди, я же тебя жду. Водяной, водяной. Даже к водичке подойду, иди к водичке, иди. Тут прям как это, как море. Я на море. Уже стемнело, я еще до сих пор ищу рыбу. Я прошла вот этот целый круг, я не знаю, видно вам уже это или нет. Водяной покемон, он есть. Как я поняла, он может быть там вот дальше в речке. Но ради вас я пойду сейчас туда и посмотрю, что там. Ура, я нашла рыбу, я нашла рыбу, я нашла рыбу. Как я тебя искала, какая ты красивая. Вау, ура. Я водяного покемона нашла. Я надеюсь, я тебя поймала. Эй, не глюч. Не глюч. Оно заглючило. Я столько искала, оно заглючило. Я сейчас перезапускаю, надеюсь, он остался. Мой покемон. Голден, золотая рыбка. Я счастлива, я очень рада, что я нашла для вас водяного покемона, золотую рыбку. Неважно, что уже темно. Вы тоже ищите и пишите в комментарии, каких вы водяных покемонов нашли. Я нашла еще одного покемона, но что-то с ним не так. Что с тобой не так? Ты чего? Так, не могу ее поймать, она какая-то странная. Эй, ты чё? Ура! Я очень рада, что я нашла водяного покемона. Если вы тоже, ставьте пальцы вверх. Если вы хотите следующую часть, ставьте тоже пальцы вверх. Чем больше пальцев вверх, тем быстрее я выпущу новое видео про покемонов. Мне очень нравится эта идея. Можно совмещать приятное с полезным. Я прошла очень много километров, чтобы снять для вас это видео. И если у вас так же, ставьте пальцы вверх. Вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал. С вами была Марисен. Пока, на связи через камеру. XO! О, и покемоны. Я думала, это покемон пробежал. Уже все. Забыла про ваши вопросы. Так как я не ответила в том видео, я сейчас отвечу на 2. Мария Коваль спрашивает, любишь ужастики? Я в детстве очень любила, но сейчас пытаюсь быть осторожной, потому что потом я не могу заснуть. Даже вот недавно мы с друзьями ходили на заклятие, и это было вообще ужасно. Я потом 2 ночи не могла нормально поспать. Так что если любить, то я думаю, я их не люблю, но мне не нравится. Илона Милявская спрашивает, какая любимая игрушка у Шанель и любит ли она путешествовать? Про любимую игрушку Шанель я вам расскажу в следующем видео. А любит ли она путешествовать? Мы когда переезжали, она смотрела в окно. Когда она была маленькая, я ее забирала из другого конца Москвы, и она тоже смотрела в окно и радовалась жизни, что ли. Вот, так что она любит путешествовать. Но я хотела бы ее взять куда-то за границу, но я думаю, все-таки я не смогу это сделать, я слишком буду переживать за нее. И, конечно же, если ты хочешь попасть в следующее видео, задавай свои вопросы под этим видео. Пока-пока!